Here's another episode of your daily fake news spread by the Western media. In the capital city of Kyiv, a shopping mall was bombed, killing at least 8 people. Sarah Williamson now joins us live with more on the attack. Sarah? We've actually, it's completely cordoned off, and there are some parts of this building that we are actually not allowed to film, hence why we're up here on this platform. This is the only part of the building that we can film from this angle. And there's a good reason you're not allowed any closer. Since the shopping mall has been recently used, let's say for different purposes. Украинские националисты продолжают использовать жилые кварталы населенных пунктов и социальные объекты в качестве живого щита для размещения своих артиллерийских систем и ведения массированного огня по российским военнослужащим. Так, на окраине Киева, в районе Виноградарь, украинские националистические подразделения в течение нескольких дней прикрывались жилыми домами и вели обстрелы из реактивных систем залпового огня по российским военнослужащим. При этом площади, расположенные рядом торгового центра, использовались в качестве крупной базы для хранения реактивных боеприпасов и перезарядки систем залпового огня. Российской разведкой по нескольким каналам были подтверждены координаты позиции украинских реактивных систем залпового огня, а также вскрыто расположение склада с реактивными боеприпасами. На видеокадрах объективного контроля хорошо видно, как в торговый центр на окраине Киева въезжает украинская установка залпового огня для укрытия после очередного залпа и перезарядки ракет. Высокоточным оружием большой дальности ночью 21 марта была уничтожена батарея украинских реактивных систем залпового огня и база хранения их боеприпасов в неработающем торговом центре. Хотим еще раз обратить внимание западных средств массовой информации. Нами представлены абсолютные доказательства преступного использования киевским националистическим режимом гражданских объектов в жилых кварталах Киева и в других городах Украины в качестве огневых позиций, артиллерии и реактивных систем. Должен подчеркнуть, что специальную военную операцию проводит профессиональная армия, которая действительно использует и крылатые ракеты. Их применение в высшей степени эффективно. Ими наносятся высокоточные удары по военной инфраструктуре и ни в коем случае не по гражданским объектам. No wonder the Ukrainians are being asked not to post pictures like this one. You know, the one exposing their military vehicles hidden behind civilian infrastructure. They do it anyways. Think first, post later.